Только самые крутые и быстрые зрители в мире успеют поставить лайк за 3 секунды. Всем здарова, дорогие друзья, с вами по-прежнему Увер и Фуни, и мы продолжаем играть в игрушку под названием Paint the Town Red. Всем привет, дорогие друзья. Ну что ж, ребят, долгожданное возвращение в эту мясорубку. Давненько мы с Андрюхой не убивали всевозможных людишек всякими прикольными штуками и способами. И сегодня, ребят, у нас зомби-апокалипсис. Посмотрите, мы с Андрюхой находимся в лагере выживших. Мы в каких-то горах специально, чтобы зомби сюда не забрались. У нас тут палатки с больными. У нас здесь охрана и все такое. И нам предстоит, ребят, сначала, как я понял, разбомбить лагерь, братан, или вообще где зомби, ничего не понятно пока что, друзья, но смотрите ролик до конца, впереди много всего интересного, классного и четкого, и также, ребят, если вы не успели поставить лайкусик за 3 секунды, у вас сейчас вторая попыточка, обязательно поставьте. Ну чё, Андрюх, давай найдем пушки, может быть, начнем мясо, брат? Я нашел лом, кстати. Вот здесь на ящике лежал. Нифига ты крутой. Да, друзья, тут, кстати, обновление вышло. Добавили новые пушки, новые скины. Добавили женщин, по-моему, в эту игру. И, в общем, о, действительно... кирка. Вау, кирка, это тоже что-то новое, друзья. Ну что, все, давай, Андрюх, короче. Начинаем вот с этого работяги. 3, 2, на, погнали! Не знаю, вау, огненный меч? Серьезно, я чуть не обратил внимания. Ты видел? Потерялся. Братик, давай вместе. Братик. Тут их очень много. Бегу за тобой. Брат, мне дали по голове на пол хп, брат. Это тоже нет хп, представляешь? Вообще нет или есть еще? Ну, я еще живой, и один удар, и все, я... А, ну ты не умирай, брат, ты не умирай тогда, ладно. Аккуратно. А у тебя сколько хп? У меня, ну, больше половины, братик, есть. Нормально, меня просто так засадили по башке сразу. Ну же. Да, так смотри, я, короче, огненный меч взял, брат, сейчас я их это... А тут негры, давай, они давай, слишком давай. Жесткие, братан. Они просто слишком жесткие, они прям прыгают. А я не знаю, почему негры всегда такие крутые, друзья, вот вообще. Ничего против ой. Не имеем, на самом так. деле, это просто прикол. Да, ну смотри, мы вроде как защитились, брат, или нет? Вроде как вообще, да. Да? Так, давай тогда чистить палатки, наверное, братанчик, убиваем. Доктора, опа! Доктора бегут! Да. Доктор, сзади! Сзади! Эй, женщина! О, это я женщина? Я да, женщина, не танцую, женщина. А она танцевала, брат, ты ее ударил шокером, она такая, ну ладно. В пляс пошла, друзья. Сзади, нигра! Хуба, еще! Это коронавирусные прибежали сюда. А, точно, ребят, это коронавирус, понимаете, он добрался уже и до Paint Town Red. Да-да-да. До Paint Town Red уже коронавирус, друзья, добрался, понимаете, везде уже этот коронавирус, блин, дурынский. Ну-ка, смотри. Ты закинешь, ну-ка. А как, я уже забыл. А, это все. Люся стоит, смотри, это тоже баба. Давай, закидывай. На, Люси полетела. А пацаны, смотри, стоят, брат. Ну давай, пацаны. Смотри, смотри. На! Туда можно забраться наверх. А как? А, во. По ящику. Seriously, красава, я и не видел, братишка. О, тут меч, это твой, да? Да, но он где-то далеко. Набирай. А, он упал? О, с кайфом, отлично. Так, давайте, друзья, посмотрим, никого ли мы не пропустили. Ай. В толчке, смотри, био туалеты, брат. В толчке никого. Чисто, а пусто. Да. Ничего себе. О, тут у нас тоже коронавирусные. Дынь. Тихо. Братом, зажали. Я выбежал. Отходи. Крыса. Отходи, брат. А это, кстати, не зомби, ребят. А где зомбаки вообще? У нас тут зомби вообще-то было сказано, что мы выживаем в зомби-апокалипсисе, но я зомбисов нет. Я видел проход. А, может, дальше? Там нужно? Так, да, а погоди, да. давай это... Вот так, короче. Пушки нет. Смотри. Да, я не зачем убил ее. Меч кинул? Ладно, я сейчас смотри ее вот так. Хеу! Охранника сразу! Это, возможно, у него там щит какой-то. Он не умирает! Офигеть, еле убил. А давай еще кое-что. Не успел. Тора, слышь? Где? Да, возьму. Во-во-во-во. Смотри, себе. Какой! Офигеть! Вон, братик, возьми вот эту электрошокер, вот, на лестнице. А, слушай, погоди, может, я смогу эту меч забрать или как? А. Тут можно прыгать. Давай, действительно, в этой игре можно прыгать. Не, ну тут можно прыгать, я имею в виду. Да, а где меч-то? Ты взял его? Он типа впился, короче. Он, наверное, сломался. Знаешь, я его кинул, он уже потом сломался. Ладно, бери. Да, слушай, мне тоже шокер сломался. Ну бери вот молоточек. Ладно, все, ребят, идем дальше. А вот тут, походу, зомби. Смотри, какие у них мечи. А, вот зомби!
Вот они! У них какие-то пушки вообще странные, я не знаю, где они взяли. Я тоже, посмотрите, друзья, вот зомби встают, посмотрите, кровавые люди, это зомби, посмотри, Андрюх, на их глаза, на их лица. Короче, это была карантинная зона. Зона карантина. Да, все понятно. А все, а теперь, короче, друзья, мы выбежали в опасную зону, где ходят зомби. Все понятно, короче. Жесткач. Что? А у меня нету. А у меня нету, брат. Ой, это зомби! Посмотрите на них! Кровавые пацаны с глазами. О, это точно зомбаки, брат. Ну-ка, смотри, трезубец какой-то. Что это? Просто вообще, ребят, новые пушки, лайк. Это прям оружие очень крутое. Точно, брат. Ой-ой-ой, страшилка, да? Да, вообще зомби страшные, ребят. Вот они. Ну что, бежим без сердца. Давай, Андрюх, давай, фигарь. Вон последние 4 остались, брат. Сюда, раз, два. Девчоночку, все. Ой, там ловушка, стой. Вон ловушка. А как выкинуть, кстати, щит, брат? О, вот так вот. Там просто реально ловушка, я даже не заметил. Ну и все, друзья, и мы, получается, заходим в фургончик спасательный, друзья. Но это была первая карта, так что, как я вам обещал, дальше много впереди всего интересного. Погнали! 61 враг, брат, мы жесткие. Нормально, нормально. Диман, тут уже другие зомби, они сразу же нападают. Офигеть, ребят, у нас новая карта, сразу пошли зомби на нас. Посмотрите, здесь уже классические зомби, только тут зомби дети какие-то, посмотри, маленькие есть. Да-да-да-да, какие-то очень агрессивные зомби. Есть большие зомби, друзья, есть стандартные, есть маленькие зомби-детки. Посмотрите, реально, коронавирус теперь распространился еще дальше, серьезно вообще? Че за угар? И все умирают, короче, превращаются в зомбаков. Они там еще дерутся с кем-то, смотри. Где? Да, там пойдем спасем наших ребят. Пойдем. Он один там, по-моему. Мне кажется, мы не добежим, брат. Давай шуквейвом. Хорош! Давай я тоже. Шуквейв! А че-то вообще никого. Офигеть, стой! У меня нет пушки! Братик! А ты ее выбросил куда-то. Да, я нечаянно. Сейчас я найду что-нибудь. О, тут выжившие ребят лежат. Надеюсь, мы, Андрюх, так лежать не будем с тобой. Надеюсь, зомби не будут лежать. Так, пойду искать пушку, братик. Офигеть, давай, толпа, давай. Ребята! Это просто unbelievable. Они убили того чувака, походу, братан. Походу, да, брат. Смотри их сколько. Тут посмотри. Дробовик. Стреляй. Забирай, давай я возьму. Где? Вот там, где били чувака. Я нашел. Тут 2 патрона, брат. Бам! Сколько есть, столько. Нифига, стреляй, а дробовик теперь по-другому стрелять начал, друзья. Анимации перерисовали. Видите, тут чисто игра развивается, становится все круче и интереснее. Блин, друзья, давайте соберем на этой серии 10 тысяч лайков, и обязательно выйдет продолжение. Пишите, какую тематику хотите, чтобы мы записали. Там зомби, не зомби, еще что-нибудь. Это будет достаточно интересно. Андрюх, только знаешь что? А. Почему этот уровень такой хардкорный, а? Ну, блин, очень много зомби, я люблю хардкор на самом деле, а ты нет? Я тоже люблю, но, блин, это жесткач прям полный, друзья. На! Вот дети зомби, кстати, они какие-то лайтовенькие немножечко. Чё? Там был зомби с тыквенной головой. Да, я тоже заметил, брат, я видел, да. Так, эчко, эчко, матья, матьяго. Ау. Палец бога неплохо так прапали, мне кажется, он стал лучше стрелять. Он, во-первых, стал лучше стрелять, а во-вторых, больше зарядов стало. Да-да-да-да-да. Это прям вообще радует. Да, то есть, смотрите, игрушка здесь становится интереснее. Ну, зомби, ребят! Как избавиться от зомби, друзья? Вот какой вот коронавирус, как вот его победить, ребят? Какую вакцину нам вколоть с Андрюхой, чтобы зомби, блин, нас не трогали? А? Там куски мяса были. Можно покидать куски мяса. Не, Андрюх, если ты это мясо поешь, оно зараженное. Это китайское мясо летучей мыши. И ты станешь зомби. Наверное, вот они все покушали, друзья, этого мяса, там их кто-то угостил. И все. И все стали зомби. Иди сюда, зайди. Сейчас. Сюда. Куда? Брат, они просто все за мной бегают. Уже. Так они тоже за мной бегают. Так, ну и что, нашел? Вот, смотри, тут целый стол, и, видимо, они здесь пообедали. Тут вот полицейский мертвый, не превратился, не успел. Наверное. Может быть, крыса накормила их? Наверное, полицейский в натуре их накормил. Так, тут еще, блин, здание целое, братик. Тут еще тоже есть обычные люди. Это какой-то? Да. А, это вот столовка. Они, наверное, может, свадьба какая-то была, ребят. Или что вообще было? А реально, вдруг они праздновали днюх? А, это 8 марта они праздновали всем городом, короче, и все. Всех с 8 марта прошедшим. С прошедшим, да, ребята. Мужики, с праздником. Блин, а чё? Давай стульями, брат. Я вот стульями кидаюсь. Только не помогает. Блин, меня куском мяса бьют.
Ну ничего страшного. Я не хочу заразиться, в смысле ничего страшного? А он тебя не бьет, он тебе такой, блин, типа, похавай, Андрюха. Не-не-не, не надо. Он тебе типа, поешь, да ладно, да ты чё? Да поешь, блин. Так, тут еще клуб, тут на самом деле, друзья, целый гигантский город. Так на самом деле, блин, и там, возможно, еще дальше есть зомби. Может быть, выжившие есть какие-нибудь, не? Может быть. О, а чё он мачете не отдает? Да, он не отдает, он ее взял и не отдает. Я тоже попробовал, вор. Нифига. Так, тут второй этаж, Андрюх, есть, тут ничего нет. Я ищу пушки. О, я в поисках пушек, брат. До сих пор. Выбивать руками. О, руками. Я нашел арсенал, Андрюх, почти в самом начале. Там серьезно? Есть, да, здание такое, такое коричневое или какое-то вижу, такое вижу, светлое. Вижу. Да. Вижу. Только у меня патроны кончились на пистолете. Оу, щит, да. Все, взял катану, всем конец. О, катана это имба была раньше, я помню. Не знаю, как сейчас, брат. Я сейчас имба, кстати, смотри, как они дохнут. Руби, руби, руби. Тут малые, брат, на меня малые бегут. Дети, сколько не зомби? Трогайте. Это хейтеры, это твои подписчики хейтеры. А у меня нет хейтеров, меня все любят. Ребят, вы же любите меня? Напишите в комментариях. Вы же любите нас с Андрюхой, а? Подпишитесь, конечно, кстати, на канал Андрея, друзья. Давайте соберем на его канале 100 тысяч подписчиков до завтра. Это будет действительно круто, ребят. Это будет действительно очень приятно. Так, я беру шотган, братан. Тут 4 патрона. А, 5 патрончиков, и надо найти 5 жертв. Где они? Давай. Ищи, брат, я с ними закончу. Подроби, так сказать, на жертву. Да. Так, это а все мертвые. Было? Давай посмотрим, мы тут не были. Да, побежали. А там вон финиш, я уже вижу, да? Вот там финишировать, типа, надо будет. И так. Что-то лопата какая-то, смотри, смотри, тут что-то интересное произошло. О, там он воскрес, посмотри. Мясо, смотри, это зараженное мясо коронавирусное. Либо смотри, это кот съели сзади. А, ё-моё. Либо это просто кого-то съели, братишка, вот и все. Дробовик не может очень, быть. Кстати. Брат, у меня последний патрон. Я куском мяса дерусь. Да, давай. У него катана, если что. Я томагав какой-то взял, на. Он японец, японец. О, нифига, он мне бахнул. Я так. Его мясом убил. Офигеть! Посмотри, братик, посмотри! Сколько еды! Тут кого-то съели, кого-то медведя, наверное, я не знаю, или кого-то жесткого. Так, и где последние два чубрика? Ребята? Где? Давай найдем. А, вон один, смотри! Он там пыхтит! Вот, давай вот. Да! Я не попал. Сейчас, погоди. Че, он курит. Зомби-куряга. Что за барьер такой невидимый? И чё, как к нему подойти? А вон сзади еще один тыквенный. А вот здесь можно подойти, смотри, братан. А погоди, сейчас давай вот этого убьем. Что это? Это зомби-босс тыква? Не похож на босса. Так, ну и все, братик, последнего. Готов? Давай. А как? Не бьется палец бога. Не достать. Я не могу. А как его поймать-то? Тут, я думаю, можно пройти. Я палец бога профукал. А что ты сделал? А, вот он. Он вылетел оттуда шоквейвом. Вот, так лежит. Все, он встал. Сейчас надо убить, брат. Я его вытащил просто, осталось убить. Во, ну можно, давай. Можно, бьется. Давай мясом закидаем. Я... Ну давай мясо. Давай мясом отсюда. А он умрет от мяса? Второй. Вообще, да, я убил Давайте мясом. На, поешь. Это будет долго, кушай. Друзья, но это будет весело. О, все. Ну что ж, друзья, вот такой зомби-апокалипсис у нас получился. Мы надеемся, что вам все понравилось. Ребят, обязательно подписывайтесь на все наши каналы. Называйте про лайки, про колокольчики, про положительные комментарии. В описании ищите ссылочки на наши все каналы, социальные сети. Подписывайтесь, будет безумно приятно. Ну а с вами сегодня были Овер и Фоня. Всем спасибо за просмотр и пока-пока. Всем до скорого, ребята.